Привет, Алюр. Я Пэрис Хилтон. Добро пожаловать в мою обитель красоты. Заходи. Это моя гардеробная. Здесь я вношу свои последние штрихи. Когда я оформляла помещение со своим дизайнером, я хотела, чтобы оно было в стиле старого Голливуда. Поэтому мне очень понравились зеркала, люстры и вся эта черно-белая атмосфера. Здесь я храню всю свою косметику, которой пользуюсь каждый божий день. Я люблю пользоваться всей собственной продукцией. Сейчас у меня 19 линеек продуктов и 25 ароматов. Я произвожу все: солнечные очки и продукты по уходу за волосами, сумки, одежду, часы, ювелирные украшения, женское белье, одежду для собак, лак для ногтей, накладные ресницы, обувь, товары для дома, подушки и мебель. В общем, я выпускаю все, что только можно придумать, как босс. Именно здесь находятся все мои любимые вещи. Самое классное в наличии 25 ароматов от Пэрис Хилтон. Так это то, что у меня есть по одному почти на каждый день месяца. С помощью духов я всегда решаю, в каком я настроении. Ощущаю ли я себя более сексуальной или скорее милой и невинной. Один из моих любимых ароматов – Platinum Rush. Каждое утро я пользуюсь своим невероятным очищающим средством Pro DNA. Оно содержит алмазную пыль. А это крем для лица и декольте. Его упаковка очень стильная и сексуальная, прямо как я. И ученый, который работал над ним, выиграл Нобелевскую премию. Это круто. Я хожу на процедуру моментального загара в Портофино раз в неделю. Они выпускают это средство под названием Glow. И я пользуюсь им каждый день, когда выхожу из ванны. Оно поддерживает загар и делает его более насыщенным. Это мой единорог, я их коллекционирую. Думаю, у меня их около 200, куча разных видов единорогов. Вот почему я создала Unicorn Mist. Это волшебный спрей из розовой воды, обожаю его. А это моя Дин-Дин. Я всегда была одержима ею. Я назвала свою первую чихуахуа в честь нее. Я люблю Барби, и я с детства собирала их. Вот моя коллекция. Она икона. Это одна из моих любимых фотографий. Одна из первых наших обложек для фотосессии. Тогда мы с сестрой были одеты как близняшки, потому что моя мама всегда любила наряжать нас как близняшек. Это мои очки Париж. У них ничего не видно, но они показались мне забавными, блестящие и словно созданы для меня. Это моя тиара, потому что каждой женщине нужна тиара, чтобы чувствовать себя королевой или принцессой. Я не часто их ношу, может, на день рождения или в канун Нового года. Обычно просто коллекционирую. Это мой любимый тональный крем от Giorgio Armani. С ним кожа буквально выглядит как шелк. Это мои солнечные капли от моей подруги доктора Барбары Штурм. Мне нравится смешивать их с продукцией по уходу за кожей. Они отлично подходят для защиты от солнца. Еще одно хорошее средство для волос, особенно для блондинок. Когда волосы приобретают медный оттенок, достаточно просто воспользоваться этим фиолетовым шампунем. И мне нравится Kerastase, одно из моих любимых средств для волос. Вот так вот. Хочу воды. Я словно умираю. Это мой свежевыжатый сок Оливер. Это для моей новой линии косметики. Я всегда живу по полной, поэтому она идеальна. Мне нравится этот продукт. Он называется Airbrush Legs от Sally Hansen. Он в основном тонирует ноги, так что если вдруг появился синяк или что-то случилось, просто пшикайте на него этим спреем, и никто ничего не заметит. А ноги будут словно золотистым загаром. Он напоминает мне о фильме «Смерть ей к лицу», когда Голди Хоун и Мэрил Стрип в конце разваливаются на части и просто продолжают распыляться. Не знаю почему, но я всегда думаю об этом фильме, когда пользуюсь. Я просто одержима гаджетами и всем, что относится к технологиям. Люблю этот прибор от New Face. Он использует микротоковую технологию, чтобы сделать кожу красивой, идеальной и вечно молодой. Конечно же, вкупе с продуктами по уходу за кожей от Пэрис Хилтон. Это моя главная гардеробная, куда я прихожу после того, как заканчиваю со своим гламурным образом. Я здесь, чтобы забрать мою любимую сумочку кристальную Биркин. Одна из первых, которую я выпустила. Обожаю ее. А теперь мне нужно идти. Я люблю тебя, Люр. Я очень рада, что вы пришли посмотреть на мою обитель красоты. Скоро увидимся, ребята. Пока!